Всем привет! Ну что ж, меня заблокировали в ТикТоке, и причина, как всегда, одна и та же. И я хочу обратиться сразу ко всем тем подписчикам, которые видят в моих публикациях сексуальный подтекст. Кончайте с этим. Не надо передергивать и бесконечно обсасывать эту тему. И я, как в сериале «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, и я задумалась, откуда же берется этот самый подтекст? Давайте разбираться. Я представляю, вот на улице я иду, когда я вижу красивую девушку с шикарной фигурой, что я думаю? У меня сразу первая мысль. Вот сучка. Но не так, что сучка, чтоб ты подскользнулась на этой банановой кожуре и сдохла, а сучка, какая же ты охуенная. Вот так, понимаете? То есть вы чувствуете, что... Заметьте, сучка она в любом случае, это даже не обсуждается, но важно с каким подтекстом. И я могу на полном серьезе сказать, что я смогла бы к такой девушке подойти и сказать, что я ей восхищаюсь. Мы встретимся с ней взглядами, и я ей такая, Наши отношения к окружающим, это как раз и показывает то, как мы на самом деле любим себя и видим себя. Я сама и есть эта девушка. Да. И я понимаю, о чем я говорю. Ой, я тут суп варю. Ну так вот. Я многое знаю об этом подтексте, который мы говорим. Вдумайтесь. 10 лет назад я начала тренировать пол-дэнс. Параллельно я училась в институте, работала. Занималась просто акробатикой отдельно, танцами, фитнес, училась на фитнес-тренера. Но... Кого это волновало, когда ты говоришь, что ты занимаешься пол-дэнсом? Тогда это было равносильно сказать, что ты проститутка. И все остальные твои умения и достижения шли просто махом в сторону. Всем это было неинтересно. И подумайте, насколько за 10 лет эволюционировало мнение в нашем обществе. Дело-то вовсе не в пол-дэнсе. Сейчас мода на здоровье, сейчас мода на то, чтобы делать какой-то движ, и от которого ты заряжаешься. Сейчас неважно, на пилоне, на полотне, на гамаке, на петле, вообще неважно, на канате, где хочешь, виси, лишь бы ты зависал и кайфовал. Вот к чему общество сейчас нас толкает со всех сторон. Типа зашевелись, давай, делай что-то. А тогда это было просто противоречивее занятие не придумаешь, чем пол-дэнс 10 лет назад. Но я это делала, и я не понаслышке знаю, что такое этот самый подтекст, когда тебя не понимают, но ты делаешь то, что ты любишь, и тебе абсолютно все равно. Ты движешься к своей цели. Об этом мой блог. Спустя столько лет я понимаю, что когда я танцую, кроме «ах, как это круто», больше никаких вариантов уже не бывает. Настолько это уже... подточено под меня, потому что я это прочувствовал. Я люблю пол-дэнс, мне он интересен, меня он зажигает, обожаю каблуки, мне очень они нравятся. Но помимо этого я занимаюсь абсолютно другими вещами. Знаете, это даже смешно. Когда-то, 10 лет назад, я ходила вся в синяках. Я не утрирую, я была реально вся в синяках. Везде. На ногах, на руках, потому что я была убеждена, что надо делать все на две стороны, пока это болит, чтобы это тоже поработало. И я, будучи вся сиреневая, могла идти, и мне говорили, ой, ты все равно занимаешься какой-то фигней, это все стриптиз. Вы представляете, стриптиз? Как может с синяками танцевать стриптиз? 2 дня назад я тренировала трюк, и вот мой синяк. Мои синяки продолжаются, потому что у меня такая кожа. Это просто особенность. Я не говорю о том, что у вас это будет. Но я все равно от этого кайфую, мне это нравится. Я продолжаю этим заниматься. Я всех призываю заниматься тем, что вам нравится. Но пока вы поймете, что вам нравится, вам все равно придется множество вещей всяких попробовать. Просто делайте это и никого не слушайте. Недавно моя сестра мне говорит, у меня на работе столько красивых женщин. Я офигела, думаю, вау, какая у меня уверенная в себе сестра. Как она себя любит, раз она может позволить себе такое сказать. Вы вдумайтесь, из всего говна, что можно сказать про своих коллег... Она сказала, что они красивые. Она говорит, они просто вот именно, говорит, красивые лица у девчонок. Я прямо, говорит, удивлена. Я говорю, Ксюша, это, говорю, ты видишь это. Вряд ли большое количество женщин, которые тебя даже окружают, могут это сказать. Потому что другие что видят? О, у нее брови хреновые, о, у нее там нос кривой, а у нее губы маленькие, а у нее там ресницы не такие.
Почему? Потому что мы сами в себе не уверены. Нам не нравятся ни наши глаза, ни наши губы, ни наш взгляд. Начните с себя, девчонки. Вы должны себя полюбить, чтобы окружающие вам начали нравиться, чтобы вам мир окружающий вообще начал нравиться. Это очень важно. Все мои видео направлены на то, чтобы человек вдохновился от жизни и полюбил свою жизнь, нашел свою гармонию, нашел свой баланс, равновесие в самом себе, в своей жизни. Вот к чему мои видео все. Я не заставляю делать так, как я делаю. Я просто показываю, от чего кайфую я. Помимо пол-дэнса, я занимаюсь хореографией, акробатикой, вокалом. И вообще я в декрете. Если я хочу сделать какой-то сексуальный подтекст на видео, я делаю это видео, фотографирую себя с сексуальным подтекстом, и все это идет куда? Конечно, к мужу это идет. Вот ему я обязательно это отправлю. А у себя в блогах я выкладываю то, чтобы вдохновить других. Напишите, вдохновляет ли вас мой блог, и что бы вы хотели еще в нем видеть. Мне будет очень приятно, я очень жду от вас обратную связь. Мне очень интересно ваше мнение. А в ТикТоке меня забанили, получается, до завтрашнего утра. Да. А танцы, вы сами знаете, я все равно буду выкладывать. Это же мое. Ну давайте, пока-пока.